Здравствуйте, Максим. Это видео про ваш одуванчик. Я его запрограммировал под коленор 5N, фокусное расстояние 100 мм и диафрагма 2,8 до 45. Почему до 45, я объясню. Советские объективы имеют немножко не соответствующую никоновским механизм управления диафрагмой, поэтому диафрагмы на открытой отрабатываются правильно, а дальше нужно выводить поправки. То есть, чтобы с камеры отработать через одуванчик диафрагму 22, нужно ввести 45 и сделать еще поправку. Это вы увидите по таблице поправок, которую я вам пришлю. Теперь, что касается установки одуванчика на ваш объектив. Вот, смотрите, это точно такой же байонет, хвостовик от коленора 5N. Как видите, сейчас одуванчик наклеен на двухсторонний скотч. С одной стороны между вот этой юбкой, бортиком юбки и одуванчиком, два слоя скотча, и на основании юбки тоже наклеен скотч. Я вам вышлю одуванчик именно с этими двумя видами скотча, наклеенными в нужном месте. Вот смотрите, ориентация одуванчика идет по среднему контакту, и средний контакт, четвертый слева или второй справа, находится непосредственно напротив красной точки на вашем байонете. То есть вы можете, в принципе, не наклеивать на скотч, а сразу наклеить на байонет, предварительно обезжирив поверхность юбки. Она бывает пластиковая, бывает металлическая. Если металлическая, то нужно будет еще зачистить ее от краски. Но в любом случае нужно обезжирить поверхность, на которую будет наклеен одуванчик, и саму нижнюю поверхность одуванчика после того, как вы снимете скотч. Но можете для начала наклеить на скотч, оно также будет прекрасно держаться. И потом, после наклейки на скотч, вы отметите границы его посадки на юбке. Вот, как видите, внешний край одуванчика, корпуса одуванчика, ориентируется по внешнему краю вот этой вот черной юбки. Не заходит на серебристую часть байонета, и задняя стенка одуванчика не примыкает к задней стенке юбки. Поэтому вы видите такую прокладку из пьяниного скотча. Вот, надеюсь, что вам все понятно. По большому счету, использовать калибр при наклейке одуванчика на коленор 5N вообще не нужно. Вот, сейчас я вам упакую одуванчик и отправлю новой почтой. Спасибо за внимание.